Так, ну что, немного расскажу про комплектующие, про все остальное. Так, кирпич использовать будем. Кирпич витебский, красный, керамический. Сразу заливаем водой. Сейчас будем со шлангов проливать, пускай мокреет. На ночь залили, ну еще надо сейчас будем заливать. Так, кирпич, кирпич. Витебский, так сказал. Что касается смеси, смесь будет вот Горыныч, ну, неплохая смесь, далеко неплохая, работать ей можно. Так, по месту установки печи, печь будет вот здесь, стояла большущая, будем ставить небольшущую. Старое отверстие есть, отвес брошен. Единственная проблемка, которая будет, это вот с этой стороны, где висит отвес, будет топочная дверь. Если подниматься вверх, то видите, как она. Поэтому дымоход со смещением будет на так, сантиметров 30. Печь будет с плитой на две конфорки. Топиться будет с лицевой стороны. Справа плита, слева отопительный щиток. Поэтому канал основной под дымоход после колпаков необходимо будет смещать вот эту сторону. Вот, чтобы меня уже особо не критиковали, покажу, как я его буду смещать. А то все говорят, нифига не делаю, ничего не смещаю. Тупо печь краю сдвигаю. Поэтому все это покажу. Пока начинаем раскладки. Разбираем машину. Разбираем инструменты. Максюля, привет. Привет. Короче, начинаем. Итак, народ, с чего начинается первый ряд, я уже показываю в каждом ролике. Ну, покажу еще раз, повторюсь. Заведение углов. Отбивание диагоналей, раскладки и позиционирование печи именно в помещении, чтобы была соосность по стенам. Первый ряд, как я уже говорил на предыдущей печи, расширяется каждый ряд на 6 сантиметров для того, чтобы сделать потом подгонку вот под эти кирпичи. Поэтому сейчас по старой жидовской традиции монетку под первый ряд. Чтобы жилось. И до 100 годов было. Да. Еще хотелось. Единственное, что кирпич надо сюда угловой ложить. А здесь не угловой. Здесь мы забыли снять одну фаску. Где? Вот. Это же угловой. А, ты подожди, что все то же самое и здесь. Вы нигде не поснимали. Здесь две фаски. Здесь тоже. Что-то как-то не так. Угловые сделали. Нет, нету фаски. И у вас тоже нету.
Так, вкратце расскажу о происходящем. Первых два ряда полностью закрыто, но они как забутовочные. Вообще считается, этот вот будет зараз первый ряд над полом. А от пола. Ну сейчас устанавливаются две прочистные. Одна из них поддувальная, вторая прочистная. Формируется отделение под изольник и канал щитка капительного. Кстати, наверное, пока первые ряды, обычно вы этого, до этого времени не смотрите, не мотаете. Хочу обратиться к тем, кто говорит, что я херню делаю в плане. Начал печь ложить, середину показал, начало показал, а как бы внутрянку не показываю, то есть секреты какие-то не показывают. Я почему так что-то делаю? Не потому что мне жалко, не потому что я не хочу это делать. А по одной простой причине. Все секреты печей я уже раскрывал в предыдущих роликах. Поэтому сейчас я всего лишь показываю то, как печи между собой могут отличаться по конфигурации. И многие из моих подписчиков уже сделали себе печки уже конкретно по моим видеоурокам, я не знаю, как это можно назвать. Середина, к сожалению. Поскольку в литье Везувий стандартные отверстия, Везувий и литкомовские, стандартные отверстия для крепления сбоку, сейчас мы сверлим новые отверстия под крепление двери. Формируем уже непосредственно канал. Канал печи будет 120-130. Вот примерно так. Они практически чуть-чуть.
Я тут сверху надо будет обкручить немножко. Да, для тех, кто говорит, зачем ложить рубероид, клеенки под низ, они как бы там от температуры попрогорают, либо швы прогорят, сквозные получатся, и пепел будет падать горячий. Я согласен с вами, может быть такой вариант, но только в том случае, если у вас эти вот ряды первые, которые это пуповочные, лежат без перевязки. Тогда, конечно, у вас сплошной шов, он полностью прогорит отсюда вниз. А если вы делаете с перевязкой, то ничего у вас не прогорит. А делать это нужно. Это я сейчас про рубероид и все остальное. С подъемом 45. Это быстрее надо, правильно? Ну, не особо быстрее. Я могу скинуть вообще через полчаса, через час. Все? Это очень плохо. Вспомнил, о чем хотел сказать. И, наверное, я это повторю несколько раз за время данного ролика. Я не против общаться в комментариях и делаю это с радостью. С радостью отвечаю на многие виды вопросов. Но давайте, может, как-то хотя бы, когда вас интересует стоимость печи, ну, давайте об этом разговаривать там, не знаю, в Вайбере, в Ватсапе. Это первое. Второе, просто почему у меня иногда бесит общаться в Телеграме, либо в том же Вайбере. Мне не нравится один вопрос, который люди задают. И задают его, кстати, очень часто. Сколько стоит сложить печь? Как бы и все на этом. Разговор немножко окончен. То бишь, никто не поясняет, какую печь сложить, что за печь, отопительная эта печь, отопительно-варочная, какой размер печи вообще, какая квадратура помещения, ну... Как бы очень много нюансов, реально много. Но вы почему-то об этом не спрашиваете, не указываете. Просто сколько стоит сложить печь? Ну как бы я порой по приколу отвечаю, стоит денег, все. Потому что как мне еще ответить, если я не знаю вообще толком ничего, что вам нужно? То как я могу отвечать на ваш вопрос? Чем глупее вопрос, тем глупее ответ. Я надеюсь, вы же понимаете, что я
это все подшучиваю. Правда, если хотите узнать про какую-то печь, про стоимость печи, ну хотя бы хоть немножко давайте мне информации по данной печи, чтобы я понимал, о чем мы разговариваем. Может, вы хотите русскую печь, а я вам цену называю на малютку. Ну, как бы, разница, да? Существенная. Любой вопрос, прямой ответ. Так, в общем, смотрите, сейчас пока ничего не поменяется. Кладка будет производиться еще несколько рядов, пока не перекроется под дувало. Ну, дальше, короче, сразу выведу в это, потом покажу. Да, давайте вот, наверное, покажу это. Смотрите, вот здесь уже идет, это будет канал. Здесь прочистное отверстие для данного канала. Для того, чтобы сажа не вываливалась, я делаю его глубже, с переходом, видите, по кирпичатору. Но для того, чтобы было удобно чистить, вот берется кирпичик такой вот спиленный, да? И вот сюда аккуратненько ставится. То бишь потом плотно там все аккуратно вычищается. Без особых как бы проблем. Понятно, что может быть заказчикам это нафиг не надо, они ставят шланг от пылесоса. Выдают все это и как бы и на том и здрасте. Но делайте так, как будто бы это делаете себе. Это обрезать. Оно вот такое, чтобы было, видишь? Угу. И здесь выборку. И буквы. Ну, чтоб вот сюда. Перштейн, дьяволь, натюрлик. Я заработал кайзер. Кстати, Женька, который с укора, ладно, чтобы тебя не путать с другим Женькой, я буду называть тебя Слава. Слава? Кого? А, Славик. Славик. Твой привет мне передали, сказали, что ты вернулся. Поэтому у меня возникает только один пока вопрос к тебе. Где мои корыта, обещанные? Скажи ты мне. Ну, может, некогда. Некогда? Вези мне корыто. Мы тут недалече от Осиповича. Так, не так. Такой, короче, небольшой анонс из того, что получается. Поддувальная дверь перекрывается на клин. На четвертом ряду сформирована, короче, там вот будет стоять подвертка. Видите, да? Вот здесь будет стоять подвертка из первого колпака вверх. Немножко вот так вот втапливаю кирпичи по лицевой стенке. Здесь будет плита. Массив печи уже перевязывается маленько. Запасами начал сейчас формироваться, боковые стенки уже вывел под зольник. Здесь такие вот кирпичи на скос. Потихонечку делаем, работа идет.
Так, где связи? На пятом ряду установлена подвертка из шамотного кирпича по бокам, базальтное расширение. Подвертка изнутри так вот заглаживается, спиливается, чтобы огню было и дыму проще обойти ее. Боковые швы подвертки не забиваются. Все на базальте. Говорил, и вообще, мол, свои уровни не жалеешь, так вот прям уровнями продавливаешь. Ну, этот уровень, он свое уже отслужил, отжил. Я вот исправляю. Поэтому, да, я его использую сугубо как пробило. Ни больше, ни меньше. Потому что верить его показания уже бесполезно. Он реально грёб и на большие отклонения. А чтобы отбивать так вот углы кирпичей, чтобы все было на плоскости, я использую совершенно другой уровень. Я не хочу там сейчас какую-то делать рекламу для этой фирмы, но время практика показала, что уровни фирмы Словит, ну, они реально хорошие. Я не знаю, сколько нужно перебрать уровней именно этой фирмы, чтобы найти какой-то бракованный, который врет. Поэтому продавки, да, я делаю конкретно старым уровнем, который свое уже отжил. Ну, за счет того, что он такой вот, как двутавр, можно нормально что-то продавливать, особо не жалею. Хотя я не скажу, что он вообще в принципе плохой уровень. Нет, стартовые тоже хорошие уровни. Единственное, что у них глазки плохо зафиксированы. Вот из-за этого происходит их сбой. А так весьма нормальные уровни. Так, что дальше? Дальше. Вот здесь будет под дверь. Вставляется дверь под дверь? Да. Этот вставляет уже сюда. Убрасывается. О, так. О.
Макс, ты надо мной издеваешься, да? Говорю, по 6 сантиметров от края, с двух сторон, и дальше пропил. Что ты такое сделал? А этого кому-то ставил. По 6 сантиметров отсюда... От края, не от этого. Не, вот, по 6 сантиметров отсюда отбрасываешь, да? Это... Да, за счет того, что оно ложится вот на эти штуки. Поэтому пока все сейчас сравнивается с следующим этапом установка топочной двери. Даже нет. Под него просто делается посадочная, потому что топочная дверь у нас будет в коробе. Так, такой небольшенький краткий обзор по тому, что происходит. Вот выгнали 2, 4, 5, 6 ряд завязан. Дошли до места, где будет стоять топочная дверца. Сразу раскладка шамотом на сухую, для того, чтобы подчерчивать, как будет колосник лежать, для него повыпиливать. Посадочная, чтобы он там болтался. Там компакт, подвертка. Рассказывал про нее в принципе. Сейчас он, Игорек, пока собирает короб для двери. Будет стоять в коробе. Да, кладка продолжается. Здесь получится за колосником, видите, такое большое пространство. 37 сантиметров, то есть туда вот сгартываются угли. И ставится несколько кастрюлек во всю длину топливника. То есть, ну, классно, вот это нужно делать. Потому что там все равно задняя стенка, и тратить как бы и время, и на то, чтобы сделать там опускной канал, чтобы якобы он заныривал, ну, нету смысла. Поэтому лучше пускай будет длинный под. Это важнее и нужнее.